Девчоночки, всем привет! Как вы догадались, сегодня будет очередная распаковочка по ссылке сайта iHerb. Дошла она ко мне за 26 дней, компании BoxBrand. Я уже, знаете, сама ее устала ждать. Я не знаю, кто виноват в такой долгой доставке, или Boxberry, или новая почта. Так как у нас в Украине, когда мы заказываем через компанию Boxberry, таким посредником выступает компания «Новая почта». Я, конечно, уже писала «Новой почте» претензию о том, что они не вкладываются в сроки доставки. И знаете, все это бесполезно. Поэтому я почему это все вам говорю? Фактически я поняла, что если вы напишите претензию, ну вот как я в данный момент написала о компании «Новой почте», то оно, не знаю, наверное, не рассмотрится. Если бы пропал товар, тоже они бы ответственность не несли. И хочу сказать, что вот эти вот вещи, там пропажа товара, чего-то там не пришло вам, да, то, что вы заказали, вы сразу пишите в службу поддержки компании iHerb, и они действительно, это вот ваш надежный источник, который вам сможет действительно возместить весь ваш ущерб, если что-то пропало, но за минусом доставки, они доставку не возмещают. Это на всякий случай. Но у меня, кстати, такого еще не было, что там пропадал какой-то товар или пришел не тот товар. Хотя вот мне писали, да, в комментариях, что делать в таком случае, если товар не тот пришел, перепутали, либо пропал. Вы пишите службу поддержки компании iHerb, и она вам возместит все ваши ущербы. Так, а мы возвращаемся к нашей посылочке. Здесь будут достаточно интересные продукты. Как я уже говорила, она не успела прийти ко мне в декабре, поэтому мы делаем распаковочку в январе. Здесь в основном будут мои подарки. Так, и хочу начать распаковку с такого замечательного крема от компании Dermae. Кто-то говорит Dermae, я говорю Dermae. Если это не так, вы мне напишите в комментарии, там поправьте меня, буду исправляться. Увлажняющий крем с ДМЕ комплексом, с альфа-липолевой кислотой, с витамином С, причем здесь витамин С в правильной форме, жирорастворимый. Скажу, кто не знает, что такое компания или кто такая компания Dermae, это семейная компания, она делает достаточно люксовые продукты. У нее вообще отличные составы, без всяких там гадостей, не буду перечислять, да, там парабены, всякие там силиконы, флотаты, еще какие-то там гадости, которые могут использоваться в кремах у наших там масс-маркета. Сейчас и профессиональная косметика не идеальная. Вот почему я обращаюсь к сайту iHerb, там действительно я могу найти очень достойные продукты, и качественные продукты, и натуральные продукты. Я сразу вот смотрю на конечную дату использования, сроки хорошие, свежий крем. Идет такой пластиковой баночке. Кстати, здесь достаточно большой объем, 56 мл. Обычно в кремах там 50 мл, либо 45, вот я встречала, здесь 56 мл. Я в постоянных поисках какого-то хорошего крема. И кто смотрит мои видео, кто смотрит мои распаковочки, вы знаете, как я люблю продукты от компании Andaloy Naturals. А также я люблю действительно продукты от компании Dermae. Этот крем, кстати, на удивление, почему-то я никогда себе не заказывала и заказала его в первый раз. Буду его пробовать. На него огромное количество отзывов, и все действительно положительные. И я знаю, многие блогеры, которые брали себе этот крем на пробу, они также были в восторге. Давайте посмотрим, какой это крем. Такой крем молочного цвета. Сейчас мы посмотрим по консистенции. Я его закрою. Вообще супер распределяется. Достаточно не тяжелый, легкий. То есть можно будет его использовать как днем, так и на ночь.
кто не любит вот плотную консистенцию, то есть на ночь тоже будет хорошо, и в качестве дневного крема тоже будет хорошо. Но я буду пробовать, и свой еще отзыв я, конечно же, оставлю на этот крем. Я, кстати, в последнее время выбираю себе крема вот именно с ДМЕ-комплексом, с альфа-липолевой кислотой, с витамином С. Плюс, по-моему, здесь есть также гиалуроновая кислота для увлажнения. Это, знаете, такой мощный комплекс, антивозрастной комплекс, который будет способствовать упругости кожи, увлажнению кожи, подтяжке кожи. Я ищу такой эффект для своей кожи. Я вот вам ссылочки оставлю вот здесь где-то в углу. У меня был крем, там также аналогичный состав у этого крема. Он, конечно же, дешевле, чем вот этот вот крем. И у меня было еще видео, где я рассказывала фавориты. Я вам также оставлю ссылочку на как бы этот крем. Там такой был крем от... Ой, господи, сейчас я вам не скажу. Там такое сложное название. Он такого насыщенного желтого цвета. И он такой плотненький крем. Как-то Search, по-моему, Naturals, что-то такое. Ну, я вам оставлю как бы ссылочку на этот крем. Вы посмотрите. Мне он действительно понравился. Но он плотный. И его только рекомендуют на ночь. А этот крем можно использовать и днем, и ночью. Поэтому... Естественно, у меня уже есть с чем сравнить. Я попробую какое-то составить свое мнение о кремах как бы с такими ингредиентами. Следующий продукт моей посылочки – это омега-369 от компании NoFoods. Что такое омега-369? Это комплекс рыбьего жира, растительного как бы масла. И вот такая вот добавочка должна быть, по моему мнению, у каждой семьи. Так как, ну, мы еще с детства знаем, да, что такое рыбий жир, для чего, для каких функций он полезен, для чего он нужен. Но в этом комплексе еще есть не только рыбий жир, но и растительные жиры. Это такие полезные кислоты для нашего организма, для улучшения состояния кожи, для сердечно-сосудистой системы. Для волос полезно, для ногтей полезно. То есть такой как бы комплекс достаточно хороший. И у меня вот заканчивается комплекс, я когда-то покупала от компании Natrol, также 369. Также могу рекомендовать эту торговую марку Natrol. Отличная как бы торговая марка. Но, знаете, если выбирать между NoFoods и Natrol, то NoFoods будет выгоднее. Здесь 180 капсул, а здесь 90. И здесь побогаче комплекс. Так, девчоночки, и давайте скажу вам по поводу, сколько штучек принимать. По инструкции, ну и в принципе, так если посмотреть по дозировке, сколько нам нужно в день как бы омеги, да, то мы должны употреблять по 2 капсулки в день. Но хочу застереть девочек, которые беспокоятся о своей фигуре, что если вы будете принимать по 2 капсулки в день, вы можете прибавить весе. Я принимаю по 1 капсуле в день, и для меня действительно это достаточно. Давайте я вам покажу, как выглядят примерно капсулки. То есть оно, в принципе, одинаковое. Что в NoFoods, что в Natrol, капсулы как бы одинаковые. Капсулки выглядят вот так вот. Вот такие прозрачные капсулы, а внутри содержимое. Глотаются, кстати, достаточно легко, несмотря на то, что у них как бы достаточно большой размер. Есть, кстати, детская омега, то детская именно она такие, знаете, вот такие будут где-то небольшие шарики. Обратите внимание, кто ищет хорошую омегу, Natrol супер, NoFoods также супер, но эту более выгодно покупать. Девчоночки, еще что хочу сказать. Кто потребляет витамин Q10, либо ну, такие берет добавки для упругости и молодости кожи, гиалуроновую там кислоту потребляет, то лучше ее пить, конечно, совместно с омегой. Она способствует тогда большему усвоению
ну, всех вот веществ питательных нашим организмом. Поэтому омега должна быть у вас как бы не только курсами, но если вы пьете курсами, там пейте, но я считаю, она должна быть на ежедневной как бы основе. Так, здесь у меня в посылочке два геля шампуня для деток. Один от компании She Moisture, а другой от компании Milk by Naturals. Это как бы, ну, одним словом, два замечательные и очень классные продукты. Вот этот вот гель-шампунь вы могли уже меня видеть как бы в видео распаковочки или в пустых баночек. Заказываю его на постоянной основе. Классный гель-шампунь с приятным ароматом, с замечательным составом. Вот можете как бы посмотреть. Вот такой вот состав, да, на первом месте, кстати, вот алоэ вера. Замечательный объем, 380 миллилитров, не щипит глазки. Я также им пользуюсь в качестве геля для душа, мне очень нравится. Зачастую там, я иногда даже не заказываю отдельно себе гель, а беру вот совместно как бы ребенку, да, и себе. Обязательно рекомендую к использованию, хотя у этой марки всего лишь на сайте два продукта. Шампунь, гель и лосьон для тела. Но он действительно стоит каждой своей по копейке и беру уже не первый раз. Супер! А второй такой гель-шампунь от компании She Moisture. Замечательная марка. Замечательная торговая марка. И вы знаете, она достаточно, ну, наверное, такое слово «древняя торговая марка» будет как-то некорректно. Достаточно старая торговая марка, если я не ошибаюсь, 1912 года. И там основательница этой торговой марки женщина. Вот она в свое время как-то продавала в то время масло ши, еще какое-то там масло, и к ней как бы много кто обращался, поэтому, ну, такая, знаете, компания с историей. Здесь замечательный состав. Кстати, вот этот гель у меня идет с оливкой и с маслом марулой, а также вот в своем составе имеет авокадо плюс масло ши. Я такой еще как бы не брала гель, а брала, по-моему, там с каким-то, что-то там вроде как с кокосом, если не ошибаюсь. Также рекомендую к использованию. Супер как бы гель. Гель-шампунь. Здесь вот и указано, что без парабенов, без минеральных масел, без всяких лауритсульфатов и прочее. И, ну, конечно, здесь вот, кому интересно, то вот можете посмотреть состав. Ну, все ссылочки я оставлю под видео, и вы также можете перейти по данным ссылочкам, сделать ваш заказ и посмотреть состав и отзывы, которые указаны на сайте. Также здесь достаточно большой как бы объем, 384 миллилитра, увесистая такая баночка, пластиковая баночка, но такое, знаете, простое, но хорошее такое оформление самого продукта, мне очень нравится. Так, и здесь у меня два крема для рук с органовым маслом, с маслом ши, такой питательный крем, когда-то я его брала. Так, девочки, и обращайте внимание на то, что на сайте iHerb есть еще как бы такая акция, совместная покупка. Они шли к гелям, вот такие вот, к гелям для душа, к этому и ко второму. Если вы покупаете вместе, то тогда на вот этот крем давалась, по-моему, скидка 2 доллара, если я не ошибаюсь. Поэтому вот эти два крема для рук, они были положены в корзину, как совместная покупка с гелем, шампунь-гелем для деток. Где можно увидеть акцию «Совместную покупку»? Вы, когда открываете какой-то товар, вы немножко прокрутите страничку вниз, и там вам iHerb предложит, не хотите ли вы купить дополнительно к этому товару какой-то продукт
и тогда вам будет, ну, такая акция. Либо доллар они предлагают скинуть, либо 2. По-моему, на этот крем на тот момент был 2 доллара скидка. Чему я очень рада. Здесь такие кремчики 2. 71 миллилитр в этом креме с органовым маслом, как я сказала, с маслом ши на зиму. Ну, достаточно как бы отличные продукты для зимы. Компания Madre Labs, обратите внимание, это дочерняя компания сайта iHerb. У них зачастую бывают достаточно хорошие продукты, и так как это дочерняя компания сайта iHerb, также сайт iHerb себе может позволить сделать скидку на эти продукты. И последний продукт моей посылочки – это такой крем от компании Byron. Это такой крем «Скорая помощь», можно так его назвать, с календулой. При порезах, укусах, ушибах. Знаете, на него как бы двоякие отзывы. Я его купила в разделе пробников. Здесь пробный вариант 14 грамм. Вот такой вот небольшой крем. Не знаю, что это за крем. Буду пробовать, как он себя проявляет. Здесь вот написано, что это гомеопатия. Будем пробовать, как оно будет работать на порезах. И тогда, конечно, я напишу свой отзыв. И, по-моему, если я не ошибаюсь, этот крем был, по-моему, за 10 центов. Не помню уже. Почему за 10 центов не попробовать? Согласитесь. И на этом у меня все. Надеюсь, вам было интересно и полезно со мной. А если это так, поставьте мне лайк, не забудьте подписаться на канал. Буду делать также для вас интересные видео и дальше. И всем пока-пока. Увидимся уже совсем скоро.